Йоу-йоу-йоу, пис. Так, Вильгельм Новак, какой-то немецкий богослов. Я пытался вычислить, кто это, если честно. Сейчас, может быть, мне Залезяк ответил в тележке. Да, Залиска говорит, что это кибер-альтер-эго, а не дактиль в Ютубе. Ну, окей, даже если так, вопросов тут масса. Давайте начнем по порядку. Это будет блиц. Нога или рука? Конечно же, рука, потому что... одухотворенные пальчики, ну, типа, все такое. Ногой я так не умею. Йогурт грушовый, естественно. Не знаю, почему. Дальше. Что за Леха? Да чтоб я знал, что за Леха. Что за Леха? Ну, какой-то Леха, видимо. Не знаю даже, о чем тут речь. Так, это вообще... Может быть, кому-то интересно. Сколько татух и любимая? У меня 15 протоков, и можно сказать... с уверенностью, что это портаки, большинство из них абсолютно недоделаны, либо сделаны коряво, и только целую серию татух от Антохи Воронцова, классного друга, товарища, я делал вот так вот с запланированным, там договаривались, я приезжал к нему, все остальные были сделаны всегда в каких-то условиях какого-то адского кипиша, просто где-то в рандоме. Самое любимое, наверное, это она у меня шлепнута на... лопатках там где-то. Это индонезийская татуха, я ее сделал на Бали, там местный бог балийский, которого зовут Баронг, там такой приятный дух с такой страшной рожей совершенно. Вот, мне там просто я шел в, как его называется, бунгало там, в котором мы жили, и по пути познакомился с татуировщиками местными, просто вот по пути буквально. И мы прям что-то там посидели, покумекали, поговорили за музыку и решили сделать татуху. И вот это вот то самое, как делаются татуировки, в принципе, достаточно спонтанное на память. Ну, если не говорить про традиционные татуировки, где это инициация, там все серьезно, там какие-то прям паспорт, короче, на тебе рисуют. А вот такие, ну, это вот прям на память очень отлично. Все мечтают туда съездить уже, получается, мы были там в 2013 году, почти 10 лет назад. Очень много изменилось, ребята эти татуировщики, мы до сих пор общаемся, пишут, зовут постоянно, но, блин, вот, ну, скоро надо будет поехать, это классное местечко там.